Приветствую всех на моем канале, с вами Елена. И сегодня я хочу вам показать работы, которые у меня находятся в процессе вязания. Итак, приступим. А значит, те, кто следит за мной в Instagram и смотрит мой канал, знают, что я вяжу для своей дочери платье. Платье вот из этой пряжи, детский хлопок от Пехорки. 330 метров в 100 граммах и 100% хлопок мериносовый. Рекомендуют спицу номер 5 почему-то, но я вяжу на спицах номер 2. Вот на таких спицах я вяжу от 1. Итак, вот что у меня получается. Я фотографию ставлю, я вчера уже померила. Дочери, как смотрится рукавчик, так горловинка, и по низу я уже собрала петельки для того, чтобы вязать рисунком павлинный хвост. Также продолжение я вам покажу, что у меня получается. Очень нравится пряжа, яркая расцветка и вяжется легко. Дальше. Моя старшая дочь увидела детский комбинзончик, вязанный крючком. Попросила меня, чтобы я связала такой же. Ну, такой же, конечно, я не свяжу, но попробую. Потому что для меня это первый раз с крючком вязать комбинзон. Я вязала крючком платье дочери. Ну и вот, значит, я связала вот такой образец пряжи. Такая красивая, очень мне нравится расцветка. Пряжа Ян Арт Виолет в 50 граммах, 280 метров, 100% хлопок. И рекомендуют вязать крючком 2,5. Я вяжу крючком 1,75. Такой вот крючочек. И вот что получается. Это вот первая штанинка. Я вяжу по кругу столбиком с одним накидом. Комбинзончик будет на лето, поэтому так вот выбрала такой рисуночек. Посмотрим, что получится. Так, девочки, что еще хочу сказать. У меня есть полная информация вот по этой инструкции. Не только по этому, и по остальным инструкциям, которые даются к пряже. Если кому-то нужна такая информация, можете скинуть мне, значит, или электронный адрес свой, чтобы я на почту вам кинула, или еще каким-то способом. Если хотите, чтобы я вам передала, у меня есть эта информация, я вам могу скинуть, поделиться с вами. Так, ну это вот все то, что я хотела вам сказать. Спасибо, что заглянули ко мне, спасибо, что смотрите, что комментируете, за ваши классы, лайки и вообще за ваше внимание к моему каналу. Спасибо вам огромное. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, я отвечу. Еще раз спасибо и всем пока.